Приветствую всех на своем канале. Сегодня, девчонки, вяжем вот такой вот красивый, несложный узорчик крючком. Такой узор подойдет для шапок, ну, не зимних, потому что узор хоть и плотненький, но он как бы, ну, плотность не такая хорошая у него. Кардиганов, кофт подойдет такой вот узор. Узор вяжется очень легко, быстро и главное, что без заморочек. Готовьте крючок, готовьте ниточки. Мы начинаем. Итак, нам необходимо набрать цепочку из воздушных петель. Я набрала 20 воздушных петель. Делаю одну петлю подъема и вот сюда, вот в следующую петлю провязываю столбик без накида. Сейчас мы с вами первый ряд провязываем. 20 столбиков без накида. Ничего сложного нету. Очень просто. А главное, быстро. Довязываем до конца ряда и возвращаемся. Провязали. Выполняем одну воздушную петлю подъема. Разворачиваем вязание. Смотрите, вот сюда, вот она, петелечка, вяжем столбик без накида. В следующую петлю мы с вами вяжем полустолбик с накидом. Делаем накид. Три петли на крючке провязываем вместе. Следующая петля, столбик без накида. Следующая петля, полупетля с накидом. Итак, у нас с вами будут вот эти две петли, два столбика чередоваться. Полустолбик и столбик без накида. Полустолбик и столбик без накида. Итак, вяжем до конца ряда. Это второй ряд. Давайте довяжем до конца ряда. Мы довязали до конца ряда, выполняем 2 петли подъема, разворачиваем. И вот сюда, вот, смотрите, вот она у нас петелька. Выполняем столбик с одним накидом. Это у нас третий ряд. Столбик с одним накидом. Полностью вяжем до конца ряда. Ничего сложного нет, все очень легко. Тут, мне кажется, даже запутаться невозможно. Но если очень захотеть, в принципе, можно и запутаться. Все, давайте до конца ряда довязываем и вернемся. Вот мы закончили. Возвращаемся, делаем воздушную петлю подъема, переворачиваем на другую сторону. И будем вязать с вами со второго ряда. Не с первого, а со второго ряда. Итак, воздушная петля подъема. Вот сюда мы с вами вяжем столбик без накида. В следующую петлю полустолбик. Итак, мы будем с вами чередовать второй, третий ряд. Второй, третий ряд. Столбик без накида. Полустолбик с накидом. Столбик без накида. И полустолбик с накидом. Этот узор очень красиво смотрится, когда полотно большое, ну, например, кардиган. Очень симпатично смотрится. И вот так вот до конца ряда вяжем. Довязали до конца ряда, выполняем 2 воздушные петли подъема. И следующий ряд мы вяжем столбик с одним накидом. Смотрите, когда мы вяжем столбик с одним накидом, мы подъем выполняем на 2 воздушные петли. Когда мы с вами вяжем, чередуя полустолбик с накидом и столбик без накида, мы с вами подъем выполняем на 1 воздушную петлю. И вот таким вот образом мы с вами вяжем полностью до конца ряда. Вот и все, девчонки. Очень легкий узор. Симпатичный. А если, например, взять ниточку потоньше, хлопковую, например, думаю, да, мне кажется, вообще будет обалденно смотреться. А если еще меланж, так это вообще супер. Ну вот и все. Вот такой вот у нас несложный, красивый, очень удобный, скажем так, да, узор получиться должен. Ну все. Это все, что сегодня хотела вам показать.
С вами была Татьяна. Всем пока-пока.